По всей Европе сегодня уличные акции с лозунгами по, наверное, самому больному сейчас вопросу для Старого Света. О мигрантах, наплыв которых уже привел к конфликту базовых европейских ценностей, толерантности и безопасности, говорят от Великобритании до Прибалтики, но громче всего в Германии. Михаил Акинченко собрал самые яркие кадры и заявления. «Добро пожаловать к нам, беженцы!» – скандируют участники этой акции в Дрездене. По улицам города колонна идет под лозунгом «Солидарность без ограничений». Транспарант с этими словами доверили нести выходцам с Ближнего Востока. Около 3000 горожан предложение ограничить прием мигрантов называли современным проявлением фашизма. Впрочем, эти обвинения, кажется, нисколько не смутили тех, кто придерживается как раз противоположных взглядов. Спустя 2 часа на Королевской набережной того же Дрездена 1000 сторонников движения «Пегида», а оно выступает против так называемой исламизации Европы, требовали от властей остановить бесконтрольный поток приезжих с Ближнего Востока. Это патриотичная Европа. И это сильная Европа. Вы чувствуете, что мы стоим на одной земле, что мы связаны. И что эта земля носит нас веками и тысячелетиями и придает нам сил. Эта акция получила название «Крепость Европа» по аналогии с известным выражением. Некоторые выступающие добавляли «Это не ваш дом», не уточняя, кому они это говорят. Впрочем, и так понятно. Европа не будет вашей землей. Требования ограничить прием чужаков звучали не только в Дрездене, но и в других городах Германии, а также в соседних странах – Великобритания, Италия, Эстония, Словакия, Польша. Мигранты, которых принимает Польша, это беженцы. Мы говорим – нет, они захватчики. Начало всех выступлений организаторы специально заранее согласовали на одно и то же время. Участники акций в разных городах и странах то и дело передавали друг другу слово, чтобы продемонстрировать единство мнений и масштаб протеста. Приветствую вас из Кошицы, Словакии. Это предупреждение для всех нас, европейцев. Настало время объединиться и начать действовать вместе, чтобы изменить ситуацию с мигрантами. Наши родные страны наводнены людьми, которые грозят уничтожить издавна существующие культуры и традиции. Сразу несколько митингов прошли в столице Чехии. Одну из самых многочисленных акций в Праге собрали сторонники движения «Свобода и прямая демократия». Они выступали не только против бесконтрольной миграции и радикального ислама. Среди требований – референдум о выходе Чехии из состава ЕС, чтобы больше не подчиняться общеевропейским квотам на прием мигрантов. И хотя в прошлом году в страну, по официальным данным, прибыли не больше 10 тысяч выходцев с Ближнего Востока, последние соцопросы показывают, что свыше 80% жителей страны настроены крайне негативно к приезжим. Мы пришли сюда, чтобы выразить наш протест и несогласие с проникновением исламизма в Европу. У мусульман другая культура, которая с нашей не имеет ничего общего. Наши народы объединить не получится. Каждый должен жить там, где его дом. В городах, где проходили акции против исламизации, полиции пришлось брать под усиленную охрану переселенцев. Как сообщили информационные агентства, в той же Финляндии стражи порядка вообще попросили мигрантов не появляться в центре Хельсинки, пока не опустеют улицы. Уж слишком враждебно настроены горожане после многочисленных сообщений о сексуальных домогательствах и изнасилованиях, в которых обвиняются приезжие. Михаил Акинченко, Мария Михневич, Людмила Моисеенко, Первый канал.